Потребительские кооперативы профсоюзов возрождают идею стола заказов. Такая форма обеспечения широких слоев населения продуктами питания была популярна в советское время. Презентацию своей программы представители организации провели для пенсионеров у Домли. На презентацию проекта по организации совместной закупки были приглашены представители Удомельского совета ветеранов и ветеранской организации атомной станции. Есть какие-то варианты, значит, вот поддержать ветеранов, значит, по снабжению продуктами питания. Организация «Потребительские кооперативы профсоюзов» выступила с предложением доставки и реализации качественных продуктов питания практически из всех уголков нашей страны. Фактически, организация возобновила поставку продукции в формате стола заказов. Потребительская кооперация, она позволяет кооперироваться в разных направлениях. Мы говорим, что мы хотели бы просто нормально питаться. И питаться, не переплачивая перекупщикам, там, различным структурам, которые делают какие-то непонятные наценки, непонятно за что. У нас некоммерческая организация, прибыли нет, над нами не стоят учредители, которые требуют с нас деньги, над нами профсоюзы, которые нас учредили, и как любая некоммерческая организация, они учредили и больше влияния на нас имеют только с точки зрения того, что контролируют, что мы все делаем правильно. Алгоритм заказа прост. Ветераны должны заполнить заявление и подписать соглашение на участие в программе. Поевой взнос делается ими в момент заказа продукции и, по сути, является предоплатой. На месте же, то есть в Удомле, ветеранским организациям необходимо лишь найти какое-либо помещение, куда будет доставляться продукция. Анна Грошева, Анатолий Чернявский, телеканал Удомля.